Что тут у нас? Что? Чего? Всех приветствую, дорогие подписчики и зрители канала. Я решил сделать обзор на мод Strider Mantle. Давайте поговорим о сюжете. Я его не понял, но я попробую рассказать так, как я его вижу. Все происходит после уничтожения цитадели. Алекс и Гордон выбираются из Сити-17. Сопротивление считает, что они очень близко к победе. Но база повстанцев уничтожается одна за одним. Выжившие говорят, что на базу атаковали очень много страйдеров. Повстанцы поняли, что где-то есть завод по созданию страйдеров. И Гордону Фримену надо проникнуть на базу Альянса, найти, где находится завод, и уничтожить его. Вот такой сюжет я вам слепил. Не знаю, все правильно ли я рассказал, но надеюсь, вам понравилась история. Ну, с сюжетом мы разобрались, давайте поговорим о локациях. Локации, они норм. Бывали хуже. В половине прохождения они начали раздражать, все одно и то же было. Я не знаю, что еще рассказать. Запоминающиеся моменты я не могу вспомнить. Моделька оружия такая херня. Стрельба не чувствуется. Модельки отвратительные. Настолько все плохо, что я даже готов признать, модельки пушек в эпизоде 3 были куда лучше. Боже, я вспомнил эту помойку, надо заканчивать с этими сравнениями. Так, дальше. Кат-сцены. Их много, но не раздражали. Иногда даже показывали прикольные кат-сцены. В отличие от 3 эпизода. Кстати, почему Гордон выглядит так, как будто модель не прогружена? Вы что, не могли модельку спиздить из гаррис-мода? Что это такое? Лучше бы тогда вообще ничего не показывали. Дальше. В моде есть две концовки. Знаете, я похвалил бы этот мод за две концовки. Но есть одна маленькая проблема. Надо найти все ноутбуки! Ноутбук. Серьезно? Зачем собирать нам этот слабенький ноутбук, который даже Half-Life 1 не запустится? Ты зашел слишком далеко. У меня есть вопрос к разработчику этого мода. Разраб, ты что, серьезно думаешь, что кто-то будет играть в твою помойку второй раз? Нет. Итог. Я не могу сказать, что я был счастлив играть в этот мод. Я был счастлив закончить его проходить. Скажу так, вы можете поиграть в него сами и убедиться, что этот мод для вас. Может оказаться хорошим, ну или плохим модом. Если вам неохота качать или у вас нет игр для установки этого мода, заходите на плейлист с прохождениями этой помойки. Ссылочка на мод и на плейлист будет в описании. И скажу вам только одно. Играйте в хорошие моды.